Ковид, да, одна из разновидностей гриппа. Ковид, ковид, сейчас все опять у нас снова какие-то новые штаммы появляются, опять нас чем-то опыляют, заражают и прочее. Как людям лечиться, потому что дети пошли в школу, 3 дня ходят в школу и неделями просто сидят дома, болеют. Да. Да, Вас легко заразить любым вирусом. Да. Человек, когда чистый духовно и физически, ничего, его никакой вирус не может взять, атаковать. А вас очень легко заразить, и детей тоже, потому что дети все изгажены, испичканы ядами. У них нет иммунитета никакого вообще. Ну как они? Конечно же, они болеют, конечно, ну, да. И будут болеть. Потому что родители сами едят яд, и детей кормят ядом. Дети не гуляют, физически не развиваются, духовно не развиваются. Отошли от природы, отошли от своих предков. Все, дети как роботы. Обесточены, обескровлены. Нет энергии. Угу. Энергии не поступает в большом количестве. А как сражаться с вирусом? Чтобы сражаться с вирусом, нужно энергетически быть сильным, крепким, устойчивым к вирусу. Это первая сторона. Вторая. Убрать страх. На людей страх нагоняют. Родители страх нагоняют на детей. И ваши телевизоры нагоняют страхи на вас самих. Люди живут в страхах. Они постоянно думают, у них уже мысли. Ага, наступает осень, все, сейчас начнутся все заболевания. Все будем болеть. Уже все готовы, да, к болезням? Нельзя так думать. Мысли убирать из головы. Это тоже паразиты. Мысли те же самые паразиты. Все взаимосвязано. У человек зашлакованный, мысли зашлакованы. Все взаимосвязано. Убирать эти мысли. Убирать все страхи. Позитив нужен. Не бояться, не бояться вирусов. Ничего не надо бояться. И тогда все будет хорошо. По крайней мере, таким образом вы хотя бы себя чуть-чуть, но защитите. Но и когда, если ребенок заболел, переводить ребенка на другое питание мгновенно, больше жидкости давать ребенку. Морсы. Сколько морсов у вас? Вы же их не пьете. Морсов очень много, ягодные морсы, с медом ребенку давать, чтобы он пил, получал витамин С в натуральном виде, а не в таблетках. Все есть. Ребенок есть не хочет, не нужно его заставлять кушать. Сколько нужно, столько пусть голодает. Это реакция организма. Почему человек, когда заболевает, перестает есть? Вы задумывались над этим? Да, да, кстати, так и есть. Не хочет организму, не нужна еда. Ему нужны силы тратить на борьбу с вирусом. И животные точно так же, когда заболевают, они не едят, они голодают. А если едят, то какую-то травку. Да, так и есть. Лечите детей своих, закаляйте. Нужно обливать ребенка холодной водой. Это обязательное условие. Начинать обливать его уже ближе к осени. И всю зиму обливать холодной водой. Это дает мощный импульс.
в мозг сразу выбрасывается большое, огромное количество энергии поступает в головной мозг. Защитный механизм срабатывает у ребенка. Очищается ребенок. Мозг очищается. Это очень хорошо для ребенка и для взрослых. Не бойтесь холодной воды. Не закаляйте своих детей, готовьте их к зиме. Летом ребенок должен бегать босиком по травушке, по земле матушки. Есть все, что растет. Пусть это будет грязное. Ничего не страшно. Пусть кушает, бегает. Возите своих детей на природу чаще. Гуляйте с ними по природе. Пусть деревья обнимают. Пусть любят природу. Выезжайте к бабушкам, к дедушкам. Пусть общаются с дедушками, с бабушками. Это предки, которые должны тесно быть связаны с детьми. Пусть дети спрашивают у бабушек, у дедушек, как они жили, чем питались. Это очень полезная информация для ребенка. Знать своих предков, как питались, как гуляли, как праздники справляли, какие традиции в семье. Если семья вспомнит традицию своих предков, такая семья будет очень крепкой и дружной. Обязательно вспомнить традиции свои, это очень важно. Конечно, не мешало бы вспомнить своих богов, но своих богов, те, которые, к которым обращались ваши предки. Все это есть. Все эти знания имеются в широком доступе. Это несложно найти. Человек, который изучает буквицу, меняет свое мировоззрение полностью. Тот, кто хочет проснуться, изучайте своих предков, своих богов и буквицу. Каждая буква со смыслом. Изучая вот все, что забыто, вы начинаете просыпаться. Но это надо делать самому. Не через прослушивание, а достать информацию, изучать, читать книги. И тогда формируются новые нейронные связи в головном мозге, и человек начинает пробуждаться. Только так можно познать истину самого себя. Да, так и есть. Благодарю. Спасибо за ответ. Следующий вопрос –